еще не успела всю выставку посмотреть. Но то, что я посмотрела, то, что там постеры, это менее интересно. А вот там, где сделано руками, глазами и душой, это очень впечатляет. Так что я поздравляю наших детей. Я сама грековку закончила в 72-м году. Вот. Поэтому знаю, как там учиться. И эти бессонные ночи, когда готовишься к обходу. Вот. И стипендии. Вот пригласили их в Польшу. Но дайте им денег. Потому что дети у нас бедные, если честно. Поэтому, если им оплатят, они с удовольствием, конечно, примут приглашение и будут там работать, и работы подарят. Так что дети у нас очень талантливые.